Да. Ну, люблю. Любим. Люблю. Не знаю, что ответить. Я в основном не слушаю музыку никакую вообще. Радио обычно включаю и слушаю радио. Ну, я сам играю на оркестровой флейте, как бы вот. Астор Пьяццолла, Бах, например. У меня только два композитора. Ну, еще Гайден, Чайковский, Рахманинов. Вещь, очень много интересных вещей писал. Шопен очень сложный. Там от ноты до ноты играют очень мало людей. Очень сложное произведение у Шопена. Ну, Бетховен, я не особо люблю Бетховена, некоторые вещи только. Пару-тройку штук, например. Вот. Бах, Бетховен. Затрудняюсь даже ответить. Ну, то есть не разбираясь, ну как бы нравится. Моцарта, Шуберта. Ну, я все слушаю, в принципе. Я рок слушаю. Ну, Бетховена. Слушайте, ну я не знаю, ну и у Чайковского очень много замечательных вещей, которые действительно с удовольствием можно... И Шопен хорош. Ну и, наверное, хватит.